Всем привет! Сегодня я покажу вам выкраску гель-лаков Инди от торговой компании Runail. Итак, начнем. Флакончик на 8 мл. Кисточка мягкая, гель-лаки хорошо пигментированы. Она плоская, поэтому хорошо будет забираться под кутикулу. Очень приятный дизайн. На колпачке указан цвет. Начнем мы с белого цвета. Это первый слой. На ногтях он ложится в два слоя. Неплохо самовыравнивается, но, например, для френча ему не хватает плотности, чтобы лечь красиво в один слой. Белый цвет холодный, очень приятный. Следующий цвет. Камера почему-то его не передает. На деле он неоново-коралловый. Очень красивый. Ложится, в принципе, плотненько уже в один слой, но на клиентках я делала два. Следующий цвет очень нежный и приятный, такой нежно-сиреневый. Тоже хорошо ложится в один слой, но на ноготках потребуется два слоя. Хорошо самовыравнивается и хорошо пигментирован. Очень приятная кисточка, очень удобно ей работать. Следующий цвет тоже с сиреневым подтоном, но уже более яркий. Также хорошо ложится в два слоя и прекрасно самовыравнивается. Далее идет самый капризный цвет, который мне попался из этой коллекции. Его нужно наносить очень тоненьким слоем. На клиентке потребуется 3 слоя. Он не очень хорошо просыхает даже в моей мощной лампе. И немного выгорает при нос. И последний цвет – это синий. На камере он чуть ярче, на самом деле он немного приглушенный. Очень приятный, хорошо ложится на ногтях, интересно смотрится. В принципе, я довольна этими лаками, цена у них сравнительно небольшая. Поэтому для пополнения коллекции они очень даже подойдут. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!